бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть! Всем привет, ребята, с вами Братуха. Спасибо большое ребятам за донат. Большое-большое, ребят, спасибо. Приближаемся к покупке компьютера. И вот наберем там 60 или около 60. И обязательно пойду в магазин, куплю аппаратуру всю. Постараюсь, образно заснять сам этот, как его там, блок. Ну, в общем, что будет, то будет, короче. Спасибо, ребята, за донат. Хочу сказать, что те люди, которые пишут мне на Фейсбуке, ребята, поставки, вернее, не на Фейсбуке, а ВКонтакте, там личные сообщения присылают, в смысле, в смс-ках там и так далее. Ребята, я хочу вам сказать, что не надо у меня ссылок просить. Идите на Фейсбук, наберите в поисках там страниц WarRobots, найдите официальную страницу, там очень просто дохрена подписчиков, и следите за новостями на стене. Все, блин! Ну, а мы получаем две поставки. Ура! Инквизитора, кстати, у нас уже, в принципе, блин, достаточно, там много. Сейчас мы, ребят, посмотрим. Новые скидки. Ого! Шпили-вили. Сегодня звонил с Камчатки Виктор. Виктор звонил, да, с Камчатки. С Камчатки, ребят, звонил. Это просто жесть. Вот, передавал привет, говорил очень добрые слова. Давайте мы кинем массовый ключик. Только я забыл, что там надо было передать. Кубик кидаем. Ну, я попробую этот аудиофайл, как бы у меня все разговоры записываются, телефонные, для удобства, в случае чего, там, переслушать, что ребятки мне какие-то говорят всякие разные. У нас, ребята, шок-трейн пушечка, справа налево мы кидаем, выиграем 25 ключиков. 11 голды можем потратить за 20 ключиков или 200 деталей. О, нихера себе! Вот такой, типа, как бы, скриншоты мне такие вот присылали в группе в нашей «Свобода слова», в личку мне шлют. Типа, братуха, мы по твоей технологии выигрываем вот эти вот такие вот призы. Там 1500, 5000 голды и так далее. И я говорю, ребят, это не моя схема, это просто, схема открывания, но она не рассчитана на то, чтобы выигрывать такие призы. Вам и мне тупо повезло, но 1500 шок-трейнов мне, в принципе-то, не надо, я не собираюсь одевать шок-трейны. Кто поменял булку на инквизитора? Ага, там у нас в клане ребята развлекаются, здесь у нас шкала почти что двигается, почти что нет, но у меня 2000, почти 2200 кубков. Ой, кубков, ключей. Что у нас тут еще есть? У нас тут есть приглашение в клан, отклоняем людям, да? Отлично. Ну, вроде все, да, пошли в бой. Фу-фу. Да, кстати, смотрите, 84 голды просят на ускорение Зевса. Ага. А я говорил, что мы сделаем? Да, правда, что мы инквизитора будем качать, окей. Ну что ж, ребятухи, очень много лайков вы ставите, приятно, спасибо. Ребята с Москвы пишут, и комментарии из Владивостока, из Камчатки, это приятно, ребят. И за границей смотрят, это приятно, что русскоязычные товарищи. Ага, мы... Так, давайте возьмем фуру на Зевсах, и сейчас будем отшпиливать всех мелочных. Против нас играет Оби-Ван. Иван, Оби-Ван Иван 2 из клана РВ в моем клане находится. Неужели мой клан поднял? Некоторые личности поднимаются. Охо-хо-хо-хо. Ребят, поднимаются в чемпионку. Да, печально. У нас, ребята, спектры. Как долго он находится в инвизе? Ну, это просто... Мне кажется, ребят, это больше, чем 5 минут. 5 секунд, вернее. Черт возьми. Я еще хочу сказать, что кто не смотрел мультик Рик и Морти, посмотрите. Рик и Морти, ребят. Да, Рик и Морти. Сонечке очень нравится, хотя там и страшилочки, и монстрики, но нам с Соней очень с удовольствием понравилось. Посмотрели все 3 сезона. Да, Сонечка? Да. Сказали, ну я не знаю, что такое сказала. Что такое? Ты про что? Это вот ты мне говоришь, что в 5 сезоне и в 4. В 4 сезоне, увидимся в 4 сезоне, они сказали. Когда мультик закончился. Да. Короче, ребят, понятно, слева у нас отжали маяк, и мы катастрофически проигрываем. Ховер. Лис. Нифига не получается выигрывать. О! О! Нифига, кто-то у нас проснулся тут с глазом. Ну что ж, возможно, ховер опять будет прыгать. Это же робот летающий. О, да, действительно, ребята. И тут мы его зашпилили. Вот так мы можем бороться против всяких ховеров, мандоверов, и шплеверов, и бляверов, и трукляверов. А сейчас у нас, ребят, давайте сделаем так. Мы пойдем другим путем, попробуем сейчас лиса отпыздить. Я не знаю, насколько это получится, потому что справа сейчас меня стопудово будут шпилить. Но
Лис у нас, наверное, не подня... О, все, короче, все, ребята, все, меня уже тут пропалили, все хотят меня тут причпокнуть. Я надеюсь, еще раз я лису дам. Ах, черт, ребят, не дал, но надеюсь, тот маяк лис не отберет. Опа, у нас Оби-Ван Иван. Атакует Оби-Ван Иван. О, надо уходить, ребята. Уходить. А, черт. Кодер. В общем, это фура на Зевсах, и если, ребят, кому-то не нравится фура на Зевсах, ну просто нафиг не смотрите меня, и все. Это моя фура на Зевсах, я ее прокачал, я на нее потратил реальное время, я собираюсь на ней играть и буду на ней играть, потому что не очень мне нравится получать постоянно пиздячки. Вот мы этого Зевса, ребята, шпизданули. Это был Спектр на... вернее, не Зевса, это был Спектр на Хуектора, видите, на шок-трейнах, и мы его пизданули. И это уже приятно, блядь, что мы его просто отшпилили, нахуй. Я вам серьезно говорю, мы прям таки сейчас будем шпилить всех подряд. Это у нас лис, я так понимаю. Давайте передадим ему привет. О, черт, вот это, конечно, печально. Сейчас мне поломают ножки, вздушки, и я буду калекой. К сожалению, да, все. О, нет, смотрите, я еще живой. О, там маячок сейчас могут забрать. Черт, побери, лис такой гандон. Мы его не зашпилили, просто не зашпилили. Это лис, ребята. Лис, лисичка. Вот, теперь мы его зашпилили. И он действительно, ребят, может забрать маяк. Нет! Черт побери. Меня ушпилили. Оби-Ван меня убил. На орках зеленых цвета. Оби-Ван, ты обалдел, что ли, чувак? А-а-а, утырок. В следующий раз посмотрим мы Сонечка, Рик и Морти, окей? Да. Черт, у нас опять маяки забирают, ребят. Это вообще какой-то жесть. Жестряка, ребят, жестряка, реально. Давайте маячок забираем. Убери отсюда планшет с Рик и Морти. Авторские права, Соня. Рик и Морти, смотри отдельно теперь от меня. Ну, она первый раз вообще боялась его смотреть. А потом такая... Я как включаю этот сериал, она сразу бежит. Ну, я знаю, что она прибежит, будет смотреть, и я сразу, короче, жду ее. Вот. Так что Рик и Морти, такой сумасшедший, ребят, сериал. И если кто-то еще может поделиться таким же сериалом, то, пожалуйста, пишите в комментариях, какие сериалы похожи на такой же бездумный сериал Рик и Морти. Я не знаю, что это за парень, но это меня обижает. То, что у него столько арканов, он меня щит поломал. Отлично, теперь мы, ребята, захватим маяк. Это мы кому-то пизды надавали. Это отлично, это лис, ребята! Больно! Утырок! Жаль, кнопки перезарядки нет. Но надеюсь, в следующем обновлении 3.8 она будет. Фу, меня тут зашпилили. Это печально. О, братанчик, привет! Это я, братуха! Пара-пара-пара-па-парам! Блин, я мимо мажу, короче. Ёкарный баба, я все мажу. Давай, давай, типа, братуха, давай, 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 давай. Ну ты же крутой, давай, убей его. Он же промахивается, ну. Косоглазый ты, братуха, лох. Убить не мог Кодра. Давай, убей его. Убей его, убей его. Оби-Ван меня отымел. Я напугал. Я напугал? А где ты, что ты прячешься? Ты одна смотришь, Рик и Морти, испугалась, что ли? Нет, потом. У нас ребятухи парень забирает маяк, к сожалению. Печально, мы, блин, проигрываем. Это жесть. Рик и Морти. В общем, все поняли, да, в чем проблема. Сонечка, не надо, пожалуйста, не надо. Оби-Ван у нас, ребята, там. Я даже не знаю, кого первым убивать. Оби-Ван будет прыгать стопудово. Оби-Вана надо валить, ребята, а тут, блядь, такой... Лапочка-парнишка. Оби-Ван в спину! Убит! О-о-о, блин! Ну ладно, пускай он убежал. Хер с ним. Давайте мы сейчас зарядимся. Черт, он же меня сейчас уебошит. Он мне, пока я сидел, ребят, он мне щит ломал. Давай-давай-давай, отлично. Все, ребят, маяк мой. Вот так играет братуха! Оби-Ван. Я победил почти что своего Оби-Вана, но, к сожалению, ребята, это печально, блин. 3-2, к сожалению, полторы минуты, обалдеть. Мы, короче, можем проиграть. Это печаль. Ой, это печально. Бш, убили меня. Оби-Ван, шмой Оби-Ван, но... черт, я не рассчитал про то, что Оби-Ван может пройти по мосту. Он может пройти по мосту за маяком. Блин, давайте. Вы чё, дебилы синие? Вы чё, не можете маяк вдвоём там отбить? А, раки тупые! А, Оби-Ван захватывает маяк, блин. А какого хера там карахахаха, бля, какая-то находится? Что за карахахаха, блядь? Минута ходьбы! Давай, братуха, беги, блядь! Догоняй!
Ё-моё, ты кто такой? Блин, вообще ты калека, бля, тупая. Опа, тебя отпиздили. У-ху! Еще один. Ну, 30 секунд, братуха, давай догоняй маяк. Давай, давай, беги, блядь, беги. Черт возьми, мы не просрём. Стоп, я запутался, блядь. Это жесть, давай, братуха. 15 секунд, ну. Давай, уменьшайся, шкала, в два раза. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Он не дал мне маяк, твою сволочь. А-а-а, давай. Черт, черт. Какая-то гребаная секунда. Соня, закрой дверь! Просто Соня убежала, я решил побомбить. Нифига, проигрыш, проигрыш, говнофуфил! Соня, на свою кровать, живо! Обалдеть, ребят. Миллион, миллион дамага! Гвардиан! Оби-Ван, в принципе, неплохо бился, он из моего клана, точно, давайте посмотрим. Оби-Ван, Оби-Ван Иван! Оби-Ван Иван. Да, ребят, бился, ничего, так, молодец. Кумихоху, Ланс, Танц в Лиге Чемпионов. Ну, давайте вот, ребята, подтягивайтесь в Лигу Чемпионов. Как бы на всех подписонов вам говорю, что подтягивайтесь в Лигу Чемпионов и будем играть с водами. Поднимайте, ребят, свой скилл, и тогда будем играть с водами. Ну, в принципе, против всяких там зеленых... На свою кровать, живо! Против всяких там зеленых мы будем проигрывать, блядь, всяких там чемпионов будем проигрывать, в общем, все понимаете, да? Нормально сыграли, за поражение мне серебришка очень мало дали. 500 тысяч серебра, в принципе, неплохо дали. Неплохо, кстати, за поражение 500 тысяч серебра дали. Миллион дамага, ребята, вот такой первый, ребята, бой. Мы еще, кстати, что-то выполнили. Бах, 30 голды. Бах, 30 голды, отлично. Совершим захват 5 маяков на легком роботе. Вы что, издеваетесь? В принципе, на кумихо можно сделать. Мне некоторые говорят, братуха, давай играй на втором отсеке. Ну, ребят, посмотрите на мой второй отсек. Это сталкер первого уровня, кумихо первого уровня, грифон 12 с пушками первого уровня, коржик топовый, кстати, но на тридентах, ребят. И ланселот топовый, но пушки у него первого уровня. Просто представьте, смысл играть. Что у нас тут, все в порядке? Отлично. Так, это мы сюда сейчас выходим, ангар обратно меняем. Бах-бах. Зашибись, 4 часа 56 минут. А, я должен был инквизитора, короче, там, подождите, стоп, секундочку. Бах, отмотали. Бах-бах, дрях, чулёх. Кстати, вчера видеоролик вечером я не выложил, как вы успели заметить. Я уснул, пока он обрабатывался, я уснул, просто взял и... Уснул, ребят. В общем, в этом ничего плохого как бы нет, да, но это было неприятно, наверное, для вас. Я, проснувшись в 4 часа ночи, пошел в туалет. Понял, что видос не залил, и, короче, глаза протер и сидел полчаса еще заливал видос в 4 часа ночи для вас, предыдущий. Вот инквизитор первый уровень, и чтобы нам его улучшить, бах-бах, 20 тысяч серебра, и пойдет плюс 2 скорость, плюс 5 тысяч хп. В общем, понятненько, да, ребят? Ага. Для этого надо подождать, ребята, 4 часа, и мы будем улучшать инквизитора. 4 часа 55 минут подождать, а время сейчас 20. В общем, завтра утром я его могу поставить... На прокачку, хотя, в принципе, могу завести будильник. Вот я дебил, прикиньте, будильник буду заводить. Обалдеть. Ну что, давайте еще один бой. Чу, полетели, кстати, что у нас там по погоде? 1 градус тепла, облачно, вторник, 10 апреля. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. В конце этого видеоролика, возможно, поставлю аудиозапись. Хотя, не, вряд ли. Может, отрывки аудиозаписи. Типа там, ну, с Камчатки мне мужик звонил. Респектос ему, он, наверное, себя узнает, поймет. В общем, нравится мое творчество людям. Нифига ты обалдел, блин. Обалдеть, обалдеть. Нравится мое творчество людям. Ну, говорят, весело, в принципе. Веселые ролики. Ну, это хорошо, это вообще здорово. Это есть гуд. Ага. Что мы там видим? Мы там видим парень в наших трейнах. Я, в принципе, ребят, не удивлен. Это Бендер. Блин, это же Бендер, да. Помните Бендер из клана Сталинград? Он давал мне аккаунт поиграть. О, да, здорово. Ага, Бендер. I'm sorry, Бендер. Нихуя, блядь. Зато другой меня отпиздил прям. Алекс зато меня зашибенил. Опять Бендер выстрелил в братуху. В общем, уже 50 тысяч дамага прошло. Вот мне главное Алекс интересует. Как бы Алекса слить. Вот он прыгнул, да? Давайте, в принципе. Алекс у нас прыгнул. Попробуем, ребят, хотя бы маяк отжать. О, блядь. Какого хрена, блядь? Это просто жесть, ребят. Меня отпиздили! Да, бывает такое. Короче, там втроем, блин, сгруппировались и пошли меня забубухали. Ну, в принципе, я пожертвовал роботом для того, чтобы просто играть как мужчина, а не как лох какой-то. О, блядь, я этого ховера могу убить. Еее! 2-3 ракетки, ребята. И сейчас Бендер будет выпрыгивать и делать из меня мясо. Блядь! Он уебошил МДХ, а потом в меня уебал. Он специально, наверное, делает так, чтобы меня бомбило, бля. Пиздюк, не, ну, бля, ну, это его право играть на шоках. Козлина, ну, хрен с ним.
Чё поделаешь, Бендер? Ты же без этих роботов рак раком. Бендер. Так, у нас там Бендер справа отходит чуть подальше. Боится братуху, смотрите, а. Обалдеть, у нас тут такие, блядь, баталии, такие прыжковые атаки. Вот это да, вот это старье, ребят, реально. Блядь, тулумбасы, ребят, вы смеетесь? Пиздюк опять не нанес дамага на тулумбасах. Бендер просто уходит от меня, что ли, или не понял? Риджер. Это гонки за маяками, наверное? Вы что, гоните, что ли? Давай, прыгни, я запущу в тебя робот. Шанюшки, да, прыгай. Ну, в чем проблема? Ты прыгал? Ты не прыгал? Блин! Он прыгнул. И этот прыгнул в меня, я в него разлетелись, блядь. Ну, в принципе, нормально, я, в принципе, могу парня этого, наверное, убить. Нет, не могу. Чёрт! Ай-яй-яй-яй! Ну, моя хоть нейтральная, и то неплохо. Да, ребят, как вы видите, игра идет минимальный дамаг у братухи, но максимальная какой-то там... Тактика. Но это инквизиторов просто теперь будет неимоверное количество инквизиторов. А это минус. Минус в том, что теперь просто задолбаешься ловить их после того, как они вылезают из-за своих инвизов. Самое опасное, ребят, это инвизы. Отлично, ребят, убили парня. Знаете, как будто вот... Ну. А-а-а! Козлина, вы видели? Бендер меня запиздурил! Ну, пиздюк! Уйди отсюда! Блин, Соня, как услышишь, что я ору, сразу из комнаты другой прибегает. Говорит, что случилось? Соня, вообще пипец. Соня, молодец. Танюша, молодец. Вся семья, молодец. Жену бы поменять. Обалдеть, ты что делаешь, Бендер? Так нечестно, у меня же плазма. Ну, огонь. Мимо. Обалдеть, просто обалдяшечки. Мимашеньки, ребят, мимо, прикиньте. Кто-то сзади меня укокошил. Ну да ладно. Мы выиграем, ребят, выиграем с огромным счетом. Бендер, ты проиграл. Это приятно. Бендер решается все-таки, ребят, идти в атаку. Я, правда, не знаю, зачем, Бендер, тебе атаки всякие тут. Ты же лузер. Тебе суждено проигрывать. Вообще-то, ты должен делать прыжок в меня и... Да ты и так, в принципе, блядь, полробота моего съел. Нихуя себе. Бендер, у тебя что там, зеленое все, что ли? Ёкарный бабай. Да, Ланс теперь не рулит. Ланс, отстой. 3-4, дверь закройте. 3-4 хаечи, ребята, и вы будете рулить. Дверь закройте! Вот так, спасибо, девчонки. Ага, у нас тут Бендер. На Зевсах. А, нет, на этих. Ты мне, а я тебе. Хе-хе-хе. Пиздюк. Хе-хе. Давай, залезай. Фу, как приятно, я тебе вжёг. О, отлично! Прям-таки я тебя зашкварил. А этого парня не смог. Теперь мы этого парня зашкварили. Ну, осталась фура, ребят, конечно же. Не будем там прятаться, будем воевать. Еще, опа, успею. Не успею, к сожалению. Спрятался хлопец. Кто у нас выходит? О, это у нас, блин, это Райджер. В принципе, мы еще можем проиграть, ребят. Ух, обалдеть. Да мы стопудово можем проиграть, просто жесть. 5 человек сейчас. Не, ну справа хоть кто-то пошел. Го, ёлы-моталки, мы че, реально проиграем. Блин, Бендер на инквизиторе, еще инквизитор прокачанный. Сейчас меня прыгнет, это вообще будет жесть. Надо идти к своим синеньким. А синенькие все на фурах, блядь. Бендер, пиздюк, я тебя в жопу сейчас захерачу. Ааа, бля, меня ебошут слева. Да как так-то, я вроде шустро бегаю, блядь, меня убили на. Бендер, я тебя жду. Бендер, я тебя жду. Бендер, да. Все, нет, ну мы дождемся концовки этого боя. Что? А? Я? Да потому что тут меня все бесит! Да! Бесяки у меня сегодня. Бесючные. Алекс, Малекс. Мы выигрываем, нет? Ну дайте, пожалуйста, выиграть. Ну, пожалуйста. Все. Обламинго! Бендер! Передай тебе привет. Бендер, облом. Ты на своих шок-трейнах не смог сыграть. Не, ну может, лям ты набил, да, молодец, как бы. Что? Соня, ты почему крутишься около меня? Вали, смотри с моего Рика Морти. Да, ребят, 530 тысяч дамага. Я и говорю, что вроде как бы за дамагом я не бегаю, да, но что-то где-то как-то за маяками бегаю. Ну, в общем, видели, да, что делаю. Ну, короче, как можно так играть теперь? Все, с такой сборкой можно отсасывать теперь. Райджер, а где Бендер? Бендер всего 800 дамага набил. Ну, это его проблема.
Что, ребята, с вами был, в принципе, братуха. Радуйтесь там, хвастайтесь. Кстати, еще, блин, напоминаю, что я поменял маленько правило. Супер игру на почту. Вы можете прислать мне почта братуха, то есть мой никнейм, братуха. Мой никнейм, да, видите мой никнейм, смотрите. Братуха YouTube, да, а это просто братуха собака mail.ru. Понятно? Ru, не ком, не gmail, а братуха собака mail.ru. Можете на эту почту прислать файлом, как вы открываете супер игру, запись и эмоции. Мне нужен ваш голос, нужны эмоции, нравится вам этот приз или не нравится и так далее. Не мои видосы в интернете дохуя можно найти, ребят. А вот именно ваши там пожелания и так далее, можете представиться. Я там Вася Пупкин из Иркутска, готов крутить, кручу, хочу. Это выпадает, это ай-яй-яй. И вот именно с такими эмоциями вы можете видео мне прислать. Видео вы можете снимать даже программой. То есть не обязательно с другого телефона, можете программы на самом экране снимать. Главное, комментарии. Вот что я поменял. Ну, в принципе, и все, ребят, на сегодня. Надо идти, блин, заниматься детьми. С вами был братуха. Сейчас пойду Соню защищать. Хочу, потому что она не дала мне спокойно тут заснять. Я даже не помню, сколько боев сыграл. 2 или 3. В общем, Соньку сейчас буду щекотать. Соня, ты готова? А ты зеленый. Я зеленый? Да. В смысле? Да ты всю бутылку тут выпил. А, бутылку выпил. Я пьющий папа у тебя. Бутылка спрайт, ребят, зеленый. Бутылка спрайт? Да. Что ты? Да ну все, хватит уже придуриваться. Все, ребята, скажи пока-пока всем. Пока. А как ты? Да громче скажи. Пока. Короче, она уже стесняется. А раньше, помните, она не стеснялась. Раньше она наоборот там давай-давай. А сейчас стеснюха такая, вообще пипец. Ладно, ребята. Что? Это мне надо. Я не слышу, ближе подойди. Мне надо потом гофирон. Мне надо принять. А, виферон? Да. Да, я вставлю тебе в попу свечку. Соня. Все, ребята, давайте, пока-пока, там уже мама орет. Соня, папа! Ладно, все, удачки. Попробуй этот видос сразу выложить, как бы, а не в 4 часа ночи. Все, всем пока-пока. Да, короче, с Камчатки звонят. Ну, кто звонит? С Камчатки. С Камчатки? Да-да-да, братуха, ты чё, блядь? Ты думал, твои стримы никто нахуй не видит? Ну ладно, давай не трать деньги. Говори по... Как? Не трать деньги, говори, чего надо. Так, хули как? Ничего не надо. Мне просто нравятся твои стримы, как ты шпили-виде делаешь народу. Ну ты, короче, молодец. Стараюсь. Камчатка. Камчатка, молодец, вообще, брат. Братуха, ты вообще охуительный мужик. Да-да, слушай, какая у вас погода в Камчатке? Сначала... А? Погода у вас в Камчатке какая? А, охуительная. Охуительная? У нас тоже, блядь, не очень. У нас ветер и дождь. Ветер? Ну, у нас, весна идет. Понятно, у нас тоже все тает. В общем, молодец. Я смотрю, ты каждый день тут видосики скачиваешь, я смотрю, такой, ну, охуительно. Охуительно. Ты вообще молодец. Каждый день видосики, конечно. Да, я, короче, подсел на твои видосики. Ну, слушай, не увлекайся, потому что от этого еще лекарства не придумали, так что. Да дело-то не в этом, просто надо как-то шпили-вили делать. Шпили-вили. Да-да-да. Братуха. Да-да. О. Слушай. Ну, я не знаю, ты можешь сделать там рекламу, там, может, какой-нибудь на стриме, там, хуй знает. Но это, короче, Витек, Фома, погоняла, не оруб. Слушай, ты можешь мне ВКонтакте написать? А я тебе уже это как-то скидываю и в Фейсбуке, и это. Фейсбуке. И я хуй знает. Ой, вот слушай, я, наверное, забыл, ты попробуй еще раз бросить, потому что очень много. Виктор Фомин. Виктор Фомин там. Виктор Фомин. Попробую вспомнить. Вот, передать привет Виктору Фомину. Да, это. Ну, а погоняла пня. Ну, воробов я хожу пняруб. Как? Пняруб. Княрук? Пняруб. Княрук. Пняруб. Пнярубль? Нет, пняруб. Пняруд? Ну я просто Васик, но вот я и пняруб. А, понял. Понял, да? Да. Да, ну спасибо, брат. Пожалуйста, давай, удачи. Вообще охуенно, если ты, блядь, ответил, я вообще в шоке, нахуй. Да вообще, ну спасибо тебе, брат. Да, и тебе, брат. Да, давай. Да, ожидаю тебя охуенных, ну, охуенно. У тебя охуенные видяшки, нахуй, я хуй знаю. Я знаю, спасибо. Ну все, давай, не трать деньги. Шили-вили делаешь, да. Конечно, Танюшке там привет давай. Ты дам всей семье привет с Камчатки. Ты его понял? Камчатка тоже, блядь, шпили-вили делает. Шпили-вили делает, тоже играет в робот. Ладно, все, не трать деньги, слушай. Давай, Виктор, пока, давай. Все, молодец. Давай, спасибо, Вов. Пожалуйста. Спасибо, ты вообще супер, то, что ты ответил, я хуй. Я думал, ты не ответишь нам. Да почему не отвечу? Я вам, наверное, каждый час отвечаю. Да. Ой, все, ладно, давай, удачи, пока, все.